студии Лариса Ульяненко. Здравствуйте! По статистике, треть россиян страдает гиперчувствительностью к березовой пыльце. Причем в некоторых регионах в последние годы число подверженных полинезу выросло в разы. А между тем в средней полосе время цветения берез. Так что если вдруг начался насморк, часто чихаете, покраснели, чешутся и слезятся глаза, не исключено, что вы аллергик. Спасение нужно искать не только в таблетках, но и дожде, который перебивает пыльцу. И осадки, согласно прогнозам, скоро вернутся. 27 апреля в Старом Осколе и Губкине 20-21 выше 0, ночью 12-15. Облачно, с прояснениями. Ветер юго-восточный 3-5 метров в секунду. Давление 744-745 миллиметров. Магнитное поле спокойное. УФ-индекс средний 5 единиц.